Здравствуйте. Вы смотрите интервью с губернатором, в студии Ян Ермешов. Сегодня с главой региона мы обсудим вопросы экономики, политики, искусства. И если успеем, поговорим и о спорте. У нас в гостях губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Виктор Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Александрович, ну, начнем мы все-таки с вопроса безопасности детей. В Карелии произошла большая трагедия. 14 детей при переправе через озеро в летнем оздоровительном лагере погибли. А у нас в Красноярском крае какие предпринимаются меры, чтобы избежать подобных случаев? Ну, вы знаете, вообще безопасность летом, особенно вот в наших оздоровительных лагерях, это базовая задача, это особая ответственность, к этому особо готовимся, и в улучшении материальной базы, и в работе с педагогами, с воспитателями. Конечно, страшная трагедия, и я понимаю, что сейчас переживают и родители, и близкие, и педагоги. Вот, поэтому сказать, что какие-то у нас здесь есть нерешенные задачи, и вот надо сейчас что-то по-новому, какие-то принимать решения, осуществлять действия, нет. Но, тем не менее, с утра сегодня всем руководителям специальных наших учреждений, всех оздоровительных лагерей, в общем, прошла дополнительная команда. В каких-то случаях мы вообще исключим сейчас купание там в водоемах, потому что это всегда серьезные риски, и лучше от этого сейчас отказаться, чем рисковать здоровьем и жизнью. Во-вторых, так как все-таки туристических маршрутов достаточно много, край большой, это традиция края, и совсем запрещать это, наверное, неправильно, но тем не менее дано жесткое поручение, что любой, даже там кратковременный, на несколько часов там поход, он должен быть специально организован и согласован с Министерством по чрезвычайным ситуациям, со специальными подразделениями, и должен проводиться подготовленными инструкторами со всей необходимой предосторожностью, чтобы тоже ничего не могло случиться. У нас уже сезон, в общем, он достаточно уже продолжительное время, где-то уже 3 недели, где-то 2 недели идет. У нас каких-то, стучу по дереву, но таких несчастных случаев не было. Хотя я еще раз, пользуясь случаем, хочу обратиться к взрослым, к родителям. Конечно, нужно быть очень осторожным летом. У нас есть уже трагические случаи на водоемах, когда дети, оказавшиеся без присмотра родителей, утонули. Это тяжелейшая трагедия, поэтому еще раз всех призываю быть очень аккуратными, осторожными, предусмотрительными, предупредительными, внимательными, чтобы жизнь и здоровье детей было в полной безопасности. Теперь об экономике поговорим. Виктор Александрович, вы вернулись с Санкт-Петербургского международного экономического форума, и вот там край презентовал проект создания алюминиевой долины. Вот каковы задачи этого проекта? Ну, не только край. Участниками такой презентации была компания «Русал». Была ассоциация, недавно образована ассоциация производителей и потребителей алюминия. И мы очень рассчитываем на организационную часть именно вот такой ассоциативной организации. Речь идет о том, чтобы изменить качественную ситуацию со спросом, с запросом на переработку алюминия. Россия является крупнейшим производителем первичного алюминия, и это наша традиция. А Красноярский край – крупнейший регион по производству первичного алюминия. Напомню нашим телезрителям, мы сейчас, вот в этом году произведем где-то уже 1 150 000 тонн примерно первичного алюминия. У нас еще, да, вот я посчитал уже первые мощности, будут еще вводиться 450 000 тонн годового производства в Богучанах, и у нас будет больше 1 600 000 производства. Это очень большое. Но внутренний спрос в России на алюминий весьма ограничен.
И мы за вот рыночное время сократили внутреннее потребление алюминия, частично из-за сокращения собственного производства самолетов, летательных аппаратов. Все-таки мы в советское время больше делали самолетов. Крайне медленно у нас развиваются другие сферы, где алюминий находит очень широкое применение. Где-то мы даже плохо регулируем свой рынок. Вот в Красноярском крае, кстати, тоже производятся очень качественные алюминиевые диски для колес автомобилей. Эти диски поставляются на экспорт. Эти диски соответствуют всем требованиям качества. Но, тем не менее, российские сборочные заводы значительную часть колес и диски и резина, которые тоже в России выпускаются в достаточном количестве, закупают за рубежом. И тем самым тоже сдерживает внутренний рынок и производство алюминия. Невозможно наращивать дальше производство алюминия, рассчитывая только на экспорт. Мировые рынки очень серьезно конкурентны, растет производство в Китае, в других странах. Мы уже не можем быть просто там вне конкуренции из-за наших больших возможностей по электроэнергетике. Поэтому нужен внутренний спрос. И задача вот этого проекта создать в Красноярске особые условия для инвесторов, чтобы создавались дополнительные мощности по переработке первичного алюминия. Поэтому мы будем создавать такие режимы, где-то собственными силами, где-то будем обращаться к федеральному правительству, и уже идеи этого проекта уже докладывались председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву не так давно. Поэтому мы рассчитываем, что будут особые налоговые режимы, будет содействие выделению специальных площадок. У нас есть большие территории, есть даже такие территории, где можно алюминий не в блоках, а прямо жидкий алюминий перевозить из печи, чтобы не терять время на переделы, на обработку, а сразу уже использовать в какой-то производстве продукции. Почему в Красноярске? Потому что у нас производство алюминия, у нас есть уже опыт переработки, я говорил уже, диски, у нас производится алюминиевый профиль, там есть батареи, еще целый ряд изделий. Но эта линейка должна быть очень серьезно расширена. Мы подписали соглашение, Красноярский край, «Русал» и Ассоциация производителей и потребителей алюминия. Поэтому мы начнем реализацию этого проекта буквально вот уже сейчас. Ну а жители-то что получат от этого? Ну, на самом деле, это опять дополнительные рабочие места, потому что это достаточно большие могут быть производства. Это дополнительная налоговая отдача, потому что это налоги, которые будут... Мы ведь уже не раз с вами в этой студии говорили о принципе развития Красноярского края. Это развитие базируется на росте собственной экономики. Мы не извне будем получать ресурсы для повышения качества жизни, а зарабатывать их сами. Поэтому нам любые новые большие проекты нужны. Поэтому будет здесь прямой эффект и будет еще и дополнительный спрос на производство алюминия. Вот если сейчас представить, что появился спрос, дополнительный большой спрос на первичный алюминий, я уверен, что можно легко принять решение о создании еще новых мощностей, потому что та же Богучанская ГЭС имеет сегодня еще резервы электроэнергии, электрических мощностей, чтобы за счет дешевой электроэнергии производить энергоемкий металл, материал. На дискуссиях на форуме приводился такой факт, что в отличие от всех других, от черных металлов, от стали, алюминий – это практически безотходный материал. Вот за всю историю производства алюминия, это, наверное, там сотня лет, более 80% металла сохранено. Это он не лежит в отвалах, это не так, как в чем. Помните, металлолом, куча металлолома, ржавый металл. Алюминий имеет очень большую долговечность и очень такую мягкое влияние на экологическую среду, что отходов здесь почти не бывает. Поэтому это металл будущего. Это производство, которое очень серьезно укрепляет и дальше будет укреплять Красноярский край. О политике. На прошедшей неделе депутаты Законодательного собрания Красноярского края уже определились с датой выборов. Сейчас партии определяются со своими списками, с кандидатами.
А вот если вам, Игорь Александрович, предложат возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму или в Заксобрание, вы согласитесь? Ну, думаю, что, конечно, здесь можно обсуждать только список по выборам в законодательное собрание, поскольку все-таки здесь, ну, есть непосредственное участие мое как члена партии. И в данном случае, конечно, решение партийной конференции, оно для меня будет законом, решением, как хотите. Я и избирался как губернатор, будучи членом партии «Единая Россия», будучи выдвинут партией «Единая Россия» на выборы. И я, конечно, всегда готов поддержать усилия партии, поддержать команду, с которой я работал, работаю и думаю, что буду работать дальше. Поэтому это, конечно, серьезная ответственность, это большая нагрузка. Но если товарищи, коллеги примут такое решение, если будет доверено, буду работать и на выборах. Ну, а нет ли в этом какого-то элемента лукавства или использования административного ресурса? Нет, на самом деле, ведь выборы по партийным спискам, партийные выборы, они предполагают работу всей партии. В этом и смысл партийной демократии. Если бы в выборном процессе участвовали только те люди, которые борются за мандат, например, в законодательном собрании, а все остальные бы в этом процессе не участвовали, то не надо тогда партийных выборов, тогда это выборы были бы, ну, как мы говорим, мажоритарные, и там не требуется усилий партии. Но именно политическая система, основанная на партийной демократии, она предполагает эффективный контроль за административной, исполнительной властью. Именно такая система позволяет гражданам, избирателям иметь широкий выбор, кому доверить представлять свои интересы в органах законодательной власти. Поэтому такие выборы, они всегда партийные. И как член партии я должен принимать участие, работать, и это очень важно. Кроме того, я специально подчеркиваю, что это имеет отношение к законодательному собранию. Все-таки губернатор и депутаты законодательного собрания, они работают вместе. Это общая работа. И хотя у законодательного собрания, у губернатора есть только свой круг там, полномочий, есть свои зоны ответственности, тем не менее, все решения, определяющие жизнь края, они принимаются совместно. У нас даже по законодательству без заключения губернатора не рассматриваются законопроекты в Заксобрании, и губернатор подписывает все принятые законы, все законы края, принятые депутатами законодательного органа, подписываются губернатором. Это большая совместная работа. Я работаю с фракциями Заксобрания, с комитетами и комиссиями Заксобрания, с каждым из депутатов законодательного собрания. Работаем над законопроектами, работаем по развитию территории, потому что депутаты представляют разные районы, города, края, закреплены за территориями. И здесь быть вне процесса, вот это, если бы я сказал, что да нет, выборы это не ко мне, это выборы депутатов законодательного собрания, выборы губернатора прошли в 2014 году, и я в этом не участвую, вот это было бы лукавством, это было бы неправильно. Вот тут я убежден, что здесь мое участие вполне обосновано и оправдано. А вот использовать какой-то административный ресурс, безусловно, нельзя. Здесь есть жесткие нормы закона. Я часто, когда говорю о выборном процессе, подчеркиваю и нравственные требования к поведению всех участников. Нам очень важно, чтобы, несмотря на серьезную политическую конкуренцию, борьбу разных мнений и позиций, мы не раскалывали общество. Мы все время помнили свою общую ответственность за настоящее будущее края. Мы всегда помнили, что, будучи
представителями разных политических партий, мы красноярцы, мы ответственны за развитие края. И опять же, в этом плане быть в стороне от этого процесса было бы совершенно недопустимо, неправильно. Поэтому я ответственен за это настоящее, за будущее. Я вместе с коллегами, с командой, с партией, я участвую в этих выборах. А как вы относитесь к активной критике исполнительной власти в предвыборный период? Ведь вот, например, уже сейчас в интервью СМИ некоторые политики говорят, что в крае не развивается промышленность, самый большой дефицит бюджета, нет инвестиционной политики. На самом деле критика в любых выборах, она неизбежна. И это основа поведения всех участников этого процесса. Поэтому отношусь к этому вполне с пониманием. Всегда заинтересован в большом общении. И в любом случае, буду я в списке, не буду я в списке. Я буду в это время, оставшееся до 18 сентября, буду очень много встречаться с населением, с избирателями, отвечать на самые разные вопросы, в том числе и на критику. Другое дело, что здесь опять нужно проводить раздел между ответственной и заинтересованной критикой и критикой, которая сравнима с демагогией и с желанием просто себя пропиарить, так воздействуя, влияя на те психологические свойства характера наших граждан, которые, конечно, всегда к власти относятся настороженно, часто с недоверием. Это тоже естественное состояние, поэтому здесь несложно пробудить эти отрицательные чувства и ощущения. А дальше надо же говорить по существу. Вы привели несколько примеров. Mm-hmm. Дефицит бюджета у нас далеко не большой. И мы здесь ничем не выделяемся, особо из других регионов. Дефицит нужно соотносить к нашему бюджету. У нас дефицит бюджета – это примерно половина годовых доходов наших собственных. Поверьте, есть много регионов, в которых внутренний долг превышает годовые доходы бюджета. И это не у слабых регионов, это очень сильных регионов. Например, Татарстан – это сильнейший регион, лидер, у него внутренний долг сопоставим с годовым собственными доходами бюджета. Mm-hmm. У нас только половина. И таких примеров очень много можно привести. Как правило, крупные сильные регионы, они сегодня такой долг имеют. Дальше, опять же, нужно видеть и динамику. Долг этот во многом сформировался в тот период, когда доходы бюджета края не росли, а расходы росли. Это было примерно с 2010 по 2014 год. А в прошлом году, я уже об этом говорил, доходы бюджета края возросли на 21 миллиард рублей. За один год возросли на 21 миллиард рублей. Да, мы бюджет прошлого года исполнили с дефицитом, значительно меньшим, чем в те годы. Но опять же, это все деньги на развитие. Это все деньги ведь не на текущее какое-то потребление, оно направлено на строительство новых социальных объектов, на развитие коммунального, инфраструктурного комплекса, дороги, мосты. Без этого не будет развития края, если мы не будем развивать инфраструктуру. Здесь запаса прочности, я уже не раз об этом говорил, у края не так много. Дальше, в большинстве регионов, есть бюджет и есть внутренний долг. У Красноярского края есть еще государственные активы. Красноярский край является собственником огромных производственных активов, имеющих очень высокую цену. Напомню, это завод цветных металлов, наш завод – крупнейшее предприятие, 100% собственность края, и его цена очень высока. Дальше аэропорт Емельянова, большие активы в энергетическом хозяйстве, есть тоже большое государственное предприятие «Красэко». Это огромные объемы электрических сетей,
котельных, объектов коммунального хозяйства с очень высокой стоимостью. Это сеть аптечная, огромная по всему краю, губернские аптеки. Это все стопроцентные активы Красноярского края. И таких активов очень много. Поэтому это, ну, та подушка безопасности, которая очень серьезно укрепляет бюджет нашего края. Поэтому вот как-то обращать внимание на сам долг. Есть принципы, которые я сразу по приезду их утвердил, и они позволяют нам очень жестко регулировать бюджетные пропорции. Ну, напомню, первое, мы не должны увеличивать долю долга по отношению к бюджету. Второе, мы не должны наращивать расходы на обслуживание внутреннего долга. Они у нас не растут, потому что мы заместили очень много кредитов банковских, облигационных, кредитами бюджетными, которые нам предоставляют под 0,1%. Чего же от этого отказываться? Чего же не взять деньги? Это фактически как идет дотация, но только так, чтобы немножко там привязать нас к политике федерального Минфина. Вот это оформляется в виде бюджетного кредита, но за них все регионы борются. И Красноярский край в том числе получает. И в этом году мы уже 7 миллиардов бюджетных кредитов привлекли. Но, повторяю, это 0,1%, а деньги на рынке стоят 11-12% даже для бюджета. Для экономики еще дороже. И следующий принцип, или базовый принцип, это все-таки твердо идти к сбалансированному бюджету, к бюджету бездефицитному. И если бы небольшие расходы на подготовку к универсиаде, мы бы уже сейчас имели бездефицитный бюджет, но уж совершенно точно в 2019-2020 году бюджет края будет бездефицитным, совершенно точно. Поэтому как раз бюджетная политика здесь не вызывает сомнений. Инвестиционная политика, ну опять же, как можно говорить об отсутствии таковой, если у нас в прошлом году почти 400 миллиардов инвестиций, это примерно столько, сколько весь Сибирский федеральный округ вместе взят. Вот все, Новосибирская область, там, ну, кстати, для сравнения, Новосибирская область, по-моему, 120-130 миллиардов. А у нас 400. И так все-все регионы, у нас население одинаковое, что в Новосибирской области, что в Красноярском крае. Поспрашивайте другие регионы, много вводится новых объектов, больших, промышленных. Вы говорите, промышленности нет. Алюминиевый завод, мы уже с вами говорили сегодня, введен в эксплуатацию. Огромный энергоблок на Березовской ГРЭС введен в эксплуатацию. Новая обогатительная фабрика, практически огромное обновление, реконструкция мощности норильского никеля в Норильском промышленном узле введено. Начата промышленная добыча угля на Диксоне. Еще несколько лет назад край не очень представлял будущее это северного форпоста, там фактически функции не было. Население сохранялось очень небольшое, там 350-400 человек, а функции уже практически не было. А сейчас там добывается уголь, а планы компании добывать там 10 миллионов тонн угля на самом севере. Там уже сегодня 4 разреза, уже строится, а новая нефть. Сам по себе Ванкор, это молодое предприятие, но уже в этом году вводится новое месторождение в Ванкорском зоне. Не так давно я был в Ивенкиево на аварии, мы обсуждали там график ввода мощности Рубчано-Тахомского месторождения на юге Ивенкии. В этом году завершается строительство нефтепровода на юге Ивенкии, Тайшет-Куюмба. Это почти 100 миллиардов инвестиций. И 15 миллионов годовых тонн мощности по прокачке нефти. И это обязательно добыча пойдет. Новые горнообогатительные фабрики, новые мощности по лесопереработке, новые мощности по переработке сельхозсырья. Крупнейший свинокомплекс, я рассказывал, в Большой Мурте. Новые мощности в Назаровском хозяйстве, в Солгонском хозяйстве, там, Агроэлита. Современнейший комплекс по
производству мяса на самых современных мирового уровня технологий. Было бы время вам еще десятки бы таких производственных проектов. Есть большие вложения в инновационные сферы. У нас бурно развивается производство спутниковых систем. Решить. У нас в прошлом году произведено новый вид топлива для атомных электростанций на горно-химическом комбинате. У нас много инновационных разработок. Мы никогда не имели такой прирост в инновациях. Разве не показателем активного инвестиционного процесса и мощной промышленности, роста промышленности является решение федерального правительства к Сибирскому федеральному университету добавить еще опорный университет? То есть мы фактически по всему университетскому образованию получаем особый статус, особые возможности государственного заказа, особые возможности государственного финансирования. Вот аэрокосмический, технологический университет формирует мощнейший инженерный вуз. Поверьте, в регионе, где нет экономики, где нет инвестиций, где нет роста, никогда бы такое решение принято не было, поскольку уже есть федеральный университет и... Исследовательский центр создан на базе академических институтов, тоже одним из первых. В общем, перечислять можно много. Поэтому, да? Вы знаете, еще раз говорю, я настолько убежден, уверен в силе нашего Красноярского края, в том растущем потенциале, который все время обновляется, в тех уже... сделанных, принятых решениях и в том, что мы еще будем принимать, что у меня нет никаких сомнений, как вы говорили, с чего мы начали, участие в выборах. Поверьте, если бы мне нечего было сказать избирателям, если бы мне не с чем было прийти к людям, я бы, наверное, как-то так не относился к этому процессу. А я смело, уверенно, глядя и вам в глаза, и в глаза наших телезрителей, говорю, я участвую в выборах. И я каким угодно оппонентам докажу, что Красноярский край уверенно развивается, что мы все на правильном пути, и нужно укрепление общества, усиление общества в этом процессе. Главным субъектом развития всегда является общество. Власть создает условия, общество идет вперед. И вот мне очень важно, чтобы в процессе выборов общество Красноярского края стало сильнее, крепче, чтобы интеграционные связи развивались. Вот эта заинтересованность людей в будущем выглядела все сильнее и сильнее. И тогда край всегда будет лидером. И вот поверьте, вот мы говорили с вами о форуме, и мне там довелось участвовать в самых разных панельных дискуссиях, потом как это сейчас принято говорить, спикером, то есть я выступал на этих дискуссиях. Так вот, все ведущие, как представляли, губернатор, не просто Красноярского края, губернатор края, лидера в экономическом развитии крупнейшего региона России, потому что в форуме участвовало очень много иностранных представителей иностранных компаний, бизнеса, политиков. И кто-то знает про край, кто-то не очень. Вот им всегда Красноярский край представлялся как крупнейший, сильнейший регион нашей большой страны. К сожалению, у нас не осталось времени ни на спорт, культуру, ни на спорт, ни на культуру. Хотя это очень важно, потому что и культура, и спорт, они во многом сейчас формируют современный образ жизни. Все-таки мы говорили о функциях власти, о задачах власти, говорили о потенциале общества, но все это потенциал человеческий. И нам очень важно, чтобы образование, наука, культура, здоровье и физическое, и духовное были основой этого развития, поэтому об этих отраслях обязательно поговорим. Я надеюсь, что в одном из следующих интервью мы обязательно те вопросы, которые не успели обсудить, обязательно обсудим. Спасибо вам. Спасибо большое, что были у нас в гостях. Мы беседовали с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским. Всего доброго, до встречи.